Во Франции проходят траурные церемонии в память о жертвах облавы Вельдив. Серии массовых арестов евреев во Франции, совершенных летом 1942 года в разгар Второй мировой войны. В Парижском мемориале «Холокост» организована выставка карикатуриста Жана Кабю, убитого террористами в редакции «Шарли Эбдо». До начала 80-х годов в книгах и учебниках рассказывалось, что облава Вельдив – это дело рук гестапо, что это немецкие солдаты. Но в этой книге 1967 года в своих рисунках Кабю занимает позицию активиста и говорит, что это сделали французские полицейские, потому что это историческая правда. С 16 по 17 июля 1942 года в Париже по приказу нацистского режима при участии 700 французских полицейских и жандармов были арестованы 13 тысяч евреев, включая 4 тысячи детей.